Блин, слушай, он фары не выключил. Сосед! Сосед! Сосед, ты фары выруби! У тебя сейчас аккумулятор на тачке сядет. Все, ты завтра не... Так, и где я опять? Так, мне почему-то кажется, что я это уже видел. Что за день сурка? Welcome to Alpha 3. У вас что, городок Alpha 3 называется, что ли? Так точно. Я еду домой на машине. Я себе домик прикупил. Я уже был в этом доме. Что за день сурка? Почему так происходит? Так, ну ладно, по крайней мере, все вокруг не кубическое. Что-то радует. А то в прошлый раз я здесь проснулся, все квадратами было. Почему-то не знаю, почему. Почему это происходит? И почему на небе надписи какие-то? Я не привык видеть на небе надписи. Так, ну надписи куда-то исчезли хоть. Так, слушайте, а может мне, блин, домой что-нибудь новое завезли? Ага, новое, блин. Блин, уже неделю, прошу мебель мне завезите домой, пожалуйста, ага. Фиг-то там, блин, завезет кто-нибудь мебель, конечно. То есть они серьезно думают, что это удобно, да? Домой пришел, лег спать, то есть отдельная комната, блин, и кровать здесь. Ну, может, было где-нибудь другое место поставить, блин. Зато возле окошка, блин. Однозвездочный отель, одна звезда, я спит, и все, блин. Точно, мне ж почку в прошлый раз вырезали. Так, почка на месте. Нормально. Может быть, я что-то в прошлый раз сделал не так? Именно поэтому это все так и происходит. Блин, и пора бы уже убрать все эти, блин, тряпки, которые сверху, блин. Надо телек хоть, что ли, плазму сюда повешать, я думаю, блин. Так, надо сходить до того военного, который там стоял. В этом свинопоселке, блин. Так, а где же он был-то? Опять стена невидимая. Да че ж такое-то, а? Постоянно, блин. Там, главное, мог ходить, здесь не мог. У меня там, между прочим, бекон остался, блин. Там свиночка прыгала, я ее зарубить хотел. Ведь своими делами позаниматься. Так, а как сосед-то поживает? Я надеюсь, что не кубический там бегает до сих пор. Сосед! Ты там как, нормально все у тебя? Я надеюсь, ты больше не улыбаешься, как это до этого было. Потому что мне нифига не нравилось, когда ты улыбался. Я не знаю, зачем я тебе постоянно фонарик ворую. О, да ты нормальный, ты веселый стал. Наоборот, не веселый, блин, как же я по тебе скучал-то, серьезно. Все, гуляешь, ты меня ловишь. Эх, нравятся мне наши соседские игры. Ты ловишь меня, я убегаю от тебя. Тебе зарядочка, мне зарядочка, правильно? Чем еще дома заниматься? Телека у меня нету, компа нету там, приставки нет, да вообще нифига нету, блин. Иди, с чем занимайся, да от тебя бегаю и все, блин. А почему ты не бежишь за мной? Кого ты там выглядываешь? Здесь с тобой только мы вдвоем, больше никого нету. В полицию я больше звонить не буду, почку ты мне вернул, так что претензий у меня к тебе больше в принципе нету. Можем спокойно бегать с тобой, своими какими-то делами заниматься. Так, ну а что за домик здесь у нас? И вообще, сосед, слушай, нафига тебе вот эта вот штукенция на улице? Оно у тебя вообще на трех тросах висит, и четвертый что ли повешен? Ну а вдруг кто-нибудь будет мимо пробегать, на него упадет, и все, блин. Вот видишь, уже один трос порвался. Это как бы это, знаешь, технику безопасности ты однозначно нарушаешь, блин. Не надо так делать. Это нехорошо. Блин, и милиция работает. Слушай, классно, у тебя, однако, генератор сам у себя на самообеспечение находишься и не паришься вообще, в принципе, домену себе. Слушай, а сам строил или подрядчики строили какие-нибудь? Вообще, как ты строил эту фигню? И нафига тебе там дверь? Вот реально, нафига тебе там дверь, блин? Ты с парашютом там прыгаешь, что ли? Так он раскрыться не успеет. А где трупы тогда здесь? А ты здесь могилу вырый. О, опять звуки в моей голове опять. Что такое? О, стой, догоняшки, да, догоняшки, давай, я убегу, я смогу, сосед. Блин, как же я скучал по этому всему-то, а? Все, давай, хватит, успокоились, нормально все. Слушай, ты, кстати, почту у меня не проверял? Да, блин, что-то не открывается. Опа, открыл, походу. А что-то нет ничего, ты слышишь, ты мне письма не воровал? Мне тут друзья писать так-то должны были, блин. Потому что связи нет, смс-ки даже не доходит. И куда ты пошел?
Походу, по моему совету, могилку решил там снизу вырыть, чтоб сразу дверей прям в могилу падал и закапывал. И нормально все. Еще вид-то такой важный, а. Слушай, у тебя, может, что посмотреть, может, что в почте есть? Может, что прислали хоть интересного? Хоть на мыло не присылает, хоть здесь какую-то почту посмотрю. А почему у тебя почта не открывается? О, а тоже пусто, блин. А пожрать есть что? Молоко все пьешь? А зачем ты выкинул китайскую еду, блин? Она что, испортилась? Я себе заберу, ты не против, надеюсь. А то жрать ничего не купил, а магазы что-то все закрыты, да и уйти никуда не могу, блин. Ладно, попозже покушаю, блин. Так, ну вроде нормально, не протухло. Не знаю, что на помойку он выкинул, блин. Странно, он, конечно, сосед. Наверное, мне специально выкинул, чтобы я потом пошел, пожрал, если что. И нормально все было, блин. Опять эти звуки в моей голове. Да что ж ты делаешь-то, а? То есть ты серьезно? Ты сейчас просто взял, вышел на улицу, сделал круг вокруг дома и вышел с другой стороны меня ловить. Эх, нравятся мне все-таки твои соседские игры, блин. Интересные. Слушай, я у тебя давно хотел вопрос задать. Вот у тебя комната сверху. А как ты туда сам-то залазишь, блин? Слушай, а? Ну вот серьезно, блин, как ты туда лезешь? У тебя ж туда даже входа нет, он у тебя через крышу идет. Ты реально считаешь, что это удобным залазить по лестнице, подставлять ящики, чтобы залезть и туда? Лампа, главное, горит, блин. Ладно, я помню, где у тебя магнит, я помню, что надо у тебя сделать. Может быть, этот день сурка когда-нибудь закончится. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Зачем я опять ящики кидаю, блин? Может, те ящики подставить наверзались? Хотя не, мне кажется, идея однозначно бредовая. Так, ну-ка. Так, магнит. Слушай, а зачем ты магнит вообще здесь спрятал? Ну вот серьезно, что тобой руководствовал, чтобы пойти на улицу, поставить ящики и сюда магнит положить? Ну а вдруг дети бы соседские забрали, например? Я понимаю, ты мне постоянно квесты какие-то устраиваешь. Я тебе деньги за это плачу, между прочим, блин. Ну вот эти вот реалити-квесты, только они у тебя почему-то в доме проходят. Слушай, а много в месяц зарабатываешь, так нет? Закрыто, смотри-ка, блин. А ты боишься, что что-нибудь украдут, тут своруют, вот у тебя... Зачем тебе полка с клеем? Кого ты клеишь постоянно? Я бы понял, если бы ты тёлочек бы клеил, блин. Ну что-то с твоей внешностью я сомневаюсь, что ты тёлок клеишь. Слушай, я жрать хочу. Есть что пожрать. Чё у тебя с холодосом, блин? Ты вот что, на замок, что ли, поставил? Да, открывается. О, нифига! И капкан зачем-то посреди двери, слушай. А если я в следующий раз капкан не увижу, стану, так мне, блин, пару пальцев точно отсекёт. А это не есть хорошо. Это вообще не есть хорошо. Вот такие вот делишки у нас. Так, ну ладно. Ты там гуляй, гуляй. Я пойду тоже своими делами позанимаюсь какими-то. Есть у меня тоже важные делишки здесь. На второй этаж тебе пробраться, да украсть там что-нибудь, блин. А что еще делать-то? Я тебе окошечко разобью, ты не против? Но я потом возмещу. Опа, а где ты бегаешь? Опа, на! Точно, у нас же лампа есть, блин. О, нифига себе! Вот это да! О, ты был близок! Ты был так близок, ты не представляешь! Ты пинаешь? Зачем ты пинаешь пол? Ну серьезно, и что за панические атаки у меня начинаются? Ладно. Слушай, а ты сам-то как попадаешь сюда? Ты так же перепрыгиваешь, что ли? Или как-то открываешь все-таки генератором? Странный ты все-таки парень. Я бы тебе сказал бы точно. Так, 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 давай, давай, давай. 3 недели тренировались. Давай, 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 мы сможем. Оп! Ага. Блин, сосед, сорян, у тебя картины тут сбил немножко. Одни глаза остались. Теперь выглядит, как будто у тебя дом с глазами. Так, и почему я здесь оказался? Что со мной такое произошло? Последнее, что помню, что сосед поймал. Оказался здесь. Странно это как-то все. Как будто провала в память. Я надеюсь, ты со мной ничего плохого не делал, пока я в отключке был. А то мало ли. Я, конечно, понимаю, что один раз не... Сами знаете кто, но все-таки. Как-то не хотелось бы. А то что-то жопа сейчас болит еще немножечко. Не знаю почему. Так, так. Давай. Окей, отлично.
Слушай, ты сюда даже зайти не мог. Как ты здесь капкан поставил? Ну вот серьезно, как ты поставил сюда капкан, если ты сюда даже зайти не мог? Так, давай, попытка номер два. Ну обычно у меня только с третьей получается, блин. Так, давай, давай, прыгаем. Блин, не... О, нифига себе. Слушай, да ты в дом врос. Братан, ты здесь что, закопал, что ли, кого-то? Братан, да ты реально в дом врос. Обалдеть. Фига, слушай, да ты, блин, фокусник какой-то, походу. Как ты меня еще пинаешь этим клеем, блин? Я не понимаю. Че, дверь закрыл, блин, смотри-ка, а, какой. Я тебе сейчас свет отрублю здесь нафиг, офигеешь там, блин, понял? Че, все, теперь без света не бегаешь? Слушай, ну, ты ж не дерево, ты не можешь врасти в дом. Я понимаю, твой дом, твоя крепость. Ты серьезно, ты здесь стоять будешь? Ну, ладно, окей. Тебе, видимо, нравится здесь стоять, как я понял, бля. Так, 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 стой. Оп. Серьезно? Обалдеть. Друган, может, МЧС что-нибудь вызвать, там, я не знаю, спасатели какие-то, может, тебя вытащат. Ну, это ненормально, когда ты собственный дом врос. Да какого черта? Да что ж происходит такое, блин, а? Так, ну ладно, попытка номер 85. Так, ну я тебе окна пробиваю, ты все равно не против, в принципе. Видишь, я так разбил, а ты врос, и молодец, смотри. Это, сосед, ну чтоб тебе не сильно скучно было, у нас с манекеном еще пообщайся немножечко. Ну он рядом стоять будет, веселить всячески. Зачем ты пинаешь манекен? Это твой манекен, не мой. Еще и манекена пинай. Вот, ты мне что, клей оставил, что ли? Опа. Че, играть так будем? Подожди, а как он у меня в руках, если у меня не в руках? Нифига себе. А что мне с ним делать-то? Я не токсикоман так-то, блин. Странно. Странный дом, странный сосед, странные правила. Так, все. Сосед, стой, мне надо там перепрыгнуть, блин. Попытка номер 4. Оп, все, отлично, я запрыгнул. Это, слушай, я вот давно хотел спросить, мне вот чисто поржать так интересно. А ты вот сюда сам-то как залазишь, блин? То есть ты взял сюда, повешал картину, за картину спрятал ключ. А лезешь ты сюда как сам? Ну вот серьезно, как ты сюда сам залазишь, блин? Ну же нифига неудобно, по факту. Ну разве я не прав, блин? И где ты столько клея берешь? Хотя у тебя целая полка с клеем, что какие-то дурацкие вопросы задают, а, блин. Зачем я смотрю в эту комнату? Что это за комната, кстати? А, все, я понял, что это за комната. Ладно, ты там снизу развлекайся, пока я здесь назад перепрыгну. Оп. Я ключик нашел. Да хватит клеем тоже кидаться, я же весь клею. Ты вообще в курсе, что он не отстирывается? Нифига, блин, все шмотки изгадил. Вот, вот так, а? Че ж за люди-то такие? А телек ничего не показывает. Нифига себе. Ты то есть хранил здесь ключ от телека, чтобы здесь просто сидеть телек смотреть иногда? А здесь свет у тебя вообще врубается, нет? А, точно, что ты электричество в доме вырубил. Нахрена я его вырубил у тебя? И дырка в полу. Ну ты сюда хоть, я не знаю, диван поставь, что ли? Ну, чтобы хоть падать поудобнее-то было-то, блин. Чё за дела-то постоянно, блин? С высоты падаю, блин, так и ногу можно сломать. Я понимаю, реалити-квест, все дела. Ну как-то вот нифига не прикольно. Ещё клей какой-то твой непонятный. Что я сейчас выкину? У меня даже не было ничего. Так и ключ выкину. Да и магнит, пожалуй, выкинем. Вообще все выкинем. Все, что можно, блин. Дверочка твоя вот эта вот. Вот и куда она ведет? Зачем? Зачем она тебе здесь нужна? И почему она вверх ногами, блин? Хм. Забавный квест. Давненько я в такие не играл, блин. Так, надо где-нибудь пару коробочек взять, потому что я здесь уже был, знаю, как, в принципе, проходить. Слушай, а у тебя призовые какие-нибудь появились там новые? Ну, там что-нибудь выиграл, например, ты мне там черепашку дал, либо еще что-нибудь. Хотя с Емей, говорю, ты там в окно врос, ты меня все равно не слышишь, блин. Так, ну все. Полезли наверх, не знаю зачем. Хотя, что не знаю, здесь было у тебя уже несколько раз. Ну, кстати, вот смотри, у тебя вот на дорогу можно запрыгнуть, блин. А, нифига, а если бы ниже упал? Если яйца чуть сейчас не отбил, блин. Вот, вот сейчас упал бы между ухом, и все, и пипец, блин. Такое себе дело, блин, я бы сказал.
Так, ну ладно, давай еще раз. Попробуем тебе на твою железную дорогу запрыгнуть и посмотреть, что там интересного происходит, блин. Так, 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 давай с разбега. Блин, главное не упасть-то, блин. Оп! Да, то есть прыгать сюда, это, конечно, куда проще. Мне кажется, здесь было бы попроще бы запрыгнуть так-то. Нифига, это я что, настолько прыгаю, что ли? Блин, надо на Олимпийские игры ехать однозначно. Нифига себе. Это сколько, я метров 6 пролетел? Вот это да. Вот это я понимаю, вот это нормально. О, слушай, а у тебя в окошко можно в это запрыгнуть? Ну вот, прямо вот отсюда. Ну а чё бы нет? Так. Опа! О, ящик мой. Слушай, а есть ящики поставить и туда залезть и попробовать? Так, 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 стой, стой! Блин. Да что ж такое-то, а, блин? Слушай, а мне кажется, реально, надо попробовать. А чё бы и нет-то? Я у тебя всю хату вынесу, пока ты там в окно в своё раз. Привет! Да чё ж ты кидаешься-то всё? Ты это... Сосед, ну стой, стой, стой. Блин. На тебе ящик, посидишь хоть на нем. И манекен нарядом поставлю. Ну вот все. Общайся с манекеном и с ящиком. Мне кажется, тебе это устроит. В принципе, почему бы и нет? Так, а вот этот ящик я заберу. Он мне больше нравится. Вообще, я вклею весь. Я у тебя вычту потом, блин, заклей за одежду, за всю. А то странный такой ты человек, блин, все-таки. И почему я у тебя хожу так? Я ж просто могу зайти со второго этажа, блин. Нет, я там через какие-то дырки лазю сверху, блин. Странно. Но я сам иногда не понимаю свою логику, зачем я что-то делаю. Так, 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 давай, лезь. Так, фонарик. Надо было ключ-карту на все-таки использовать, это тоже выкинуть, чтобы руки посвободнее были. Так, давай. Да блин, ударяется он. Ударяется. Ламп! Да какого, блин? Ламп! А, точно, давай. Заодно второй манекен мы отнесем. И на, кстати, свою кредитку, она что-то нифига не действительно. Так, так, блин, опять не так пошел. Ну да ладно, какая разница, в принципе. Мне кажется, здесь идти примерно одинаково. А вот здесь залезть я все-таки хочу попробовать. Получится мне это или не получится, я не знаю, конечно. Так, давай, 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 давай. Все, собрались, собрались, Лех. Давай. И летящий вдаль ангел. Ага. Херовый змеи-ангел какой-то, блин. Да, блин, чё ж закрыто-то все? А все позакрывал, смотри-ка, блин. Что-то китаец там до сих пор чем-то, блин. Да хватит уже, хватит. И весь клею, сколько тебе объяснять-то, блин. Ты же врос в дом, а не я, блин. Я ничего такого не делал. Тебе вот поаккуратнее надо, блин. Пузо себе отрастил, конечно. Конечно, ты врос. С таким пузом-то, блин. Я б сам бы врос. У тебя лицо скоро как дом весь будет, блин. Так, давай. Опа, все, отлично, залез, залез. Давай попытаемся поставить. Так, а вообще поставится? Так, куда ты качешься-то, блин, а? Так. Да что-то дичь какая-то, мне кажется, все-таки. Так, сюда я не перепрыгну. И в окно я, мне кажется, тоже не запрыгну. Надо бы как-то... О, тихо, 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 тихо. Все, все улетели. Надежды больше нет, значит. Ладно, я в любом случае еще раз попробую. Вдруг проканает, блин. Хотя, мне кажется, нифига здесь не проканает. Высоковато все-таки. Немножечко. Да куда? Стой, стой! Ага, отлично. Все, ставим. Ставим, я сказал, блин. Блин, надо было все-таки пытаться, пока была возможность. Тут все ниже и ниже, блин. Здесь точно не перелезу. Да, блин, у меня даже высоты не хватает. Ну да ладно. В принципе, там не косяно ничего. Так, а интересно, а можно вот так вот сделать? Так, оп! Оп! Нифига себе я! Смотрите, у меня почти получилось. Ой, ящик здесь как раз один стоит. Ну, надо два. За вторым возвращаться надо. Давай я с разбега... Нет. С разбега не канает, к сожалению, блин. А весь дом обходить, это тоже такое себе. Ищи
Головой бьюсь, блин. Нафига ты здесь поставил? Ты же сам здесь лазишь как. Ну вот реально, а ты-то сам как здесь залазишь, блин. Че за люди, блин, а? Давай петь. Я сейчас опять попробую. Вдруг проканает. Так, так, так. Давай. Давай, 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 давай. А-а-а! Блин, это было близко. Я сейчас чуть без яиц не остался все-таки, а? Ладно, ладно, хорошо. Пам-парам-пам-пам. Здорово, сосед. Че, как дела здесь? Нормально все, ладно. Я тут похозяйничаю у тебя немножечко. Чуть-чуть совсем. Я у тебя ломик там забыл как-то на чердаке. Сейчас пойду заберу. Ты не переживай, не волнуйся, все нормально будет. Все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Лесенка тоже. Слушай, а ты сам сюда тоже, блин, с перил, что ли, залазишь? Ну, блин, ну это же тоже неудобно все. У тебя весь какой-то дом неудобный, блин. Мог бы уж чуть поудобнее дом сделать-то. Все-таки. Вот это окно не дает мне все-таки покоя. Туда бы я залез бы, в принципе, чего бы нет-то. Ага, отлично. Оп. Оп. Да блин. Давай, вторая попытка. Меня еще смущает, блин, я в Твиттере сидел недавно, написали «Скоро новости». И на каждой коробке написано 18.04, блин. Вот серьезно, как ты сюда попадаешь-то, блин, а? Еще, блин, эту здесь поставил. Знаешь, чтобы как мотыльки слетались, блин, а? Так все, отлично, у меня ломик есть. У меня есть лом. Сосед, ты ж не против, если домой заберу ее? Оп, оп, оп. Аккуратненько, аккуратненько. Так. Так, давай. А, блин, моя нога. Ну, теперь все равно она ни к чему. Я дома поставлю, он светит-то прикольно, блин. А то мне одиноко в комнате спать, блин. А так вот. Вот, теперь нормально уже все. А куда подножье делось? Ты что, как гриб растешь, что ли, а? Ну, ладно. Ладно, ладно. Так, будильник, кстати, забыл домой тоже забрать. Пикает, блин. А то на работу просплю завтра, блин, на всякий случай. Блин, надо тумбочку хоть какую-то сюда поставить. Ладно, поставлю прямо вот на верочку, прямо вот на кровать. Хотя как-то спать, когда будильник рядом тикает, это такое себе, конечно, развлечение, блин. Почему я бегаю постоянно? Может, пешком пройтись? Все равно он в дом врос, не трогает меня. Блин, слушай, он фары не выключил. Сосед! Сосед! Сосед, ты фары выруби. У тебя сейчас аккумулятор на тачке сядет, блин. Все, ты завтра никуда не уедешь. Ты меня как на работу-то повезешь? У тебя вообще все нормально? Что? Да ну тебя нафиг, блин. Какой-то ты ненормальный вообще сосед, блин. В топу таких соседей, блин. Ну серьезно, фары ты не выключил, блин. Сейчас просто сядет и все, и не уедет уже больше никуда, блин. Хотя как он куда уедет? Здесь какие-то стены невидимые понаставили с этими правительственными экспериментами, блин. Ладно, все, смотри, сосед, я твой квест выполнил. Реалити квестик, блин. Все, все, все. Давай, давай. Слушай, а че темно-то здесь-то? А че комната-то пустая, а? А че за фигня снизу? Опа! Ты че ноешь-то опять, блин? Слушай, ты до этого кубически был ныл. Я к тебе пришел, успокоил, ты опять ноешь, блин. Странный, странный, очень странный сосед. Че-то нет ничего. Почему-то казалось, что раньше что-то было. Не знаю почему. Слушай, может, шкафчики есть что-нибудь? Че опять забили, знаю, что за надпись? Я что, в раю, что ли? И что, в раю надпись? HelloNeighborGame.com? Надо будет зайти как-нибудь. Надеюсь, здесь больше не проснусь. Хотя кто его знает. День сурка, как-никак. Он начинает немножко напрягать. А теперь жмем на подписку, жмем на лайк, жмем на колокольчик и пишем комментики. А кто репост сделал, тот вообще 10 лет будет жить. Сверху. Помимо тех 100, которые и так проживет. Все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем удачи и всем пока, блин. Давайте, народ, увидимся.
понравилось видео, жми подписаться, будь мужиком, жми на колокольчик, жми на эту галочку, тогда ты будешь узнавать обо всех новостях на моем канале. Не забывай, ты мужик, либо ты мой лучший подписчик, жми на лайк, лайкай видео, оставляй комментарии. Пиши что-нибудь, пиши, Леха, ты классный. А теперь совсем немножечко рекламы. Вокруг вы увидите несколько окон с разными моими новыми видео. Жми!